X-112, do you copy? Сюжет, вот в двух словах, о чем? Сюжет. Ну, старый Шварценеггер ищет возмездие за потерю своей семьи. Он хочет, чтобы все извинились, хотя бы кто-нибудь, не все, но хоть кто-нибудь. Но никто так этого не сделал, а когда уже нашел того, кто был виновен. Он его убил, хотя я не ожидал, что он его убьет. Драма? Ну, фильм ровно тяжелый, просто тяжелый. Что актер играл диспетчера. Ну, не знаю, тяжело смотреть такой фильм, просто, наверное, это на любителя. А последствия, которые бывают после того, когда человек не осознает своей вины и не признает своих ошибок. Ну вот, что это все выливается. С реальными событиями сходство было в фильме? На самом деле событий в мире много, в любом случае были такие события, с чем связан этот фильм. Ну, этот фильм, скорее всего, такой для тех, кто пережил трагедию подобную. Если честно, сходство. Если честно, я не знаю таких событий, которые были вот в 2002 году. По-вашему, удалась драматическая роль Шварценеггеру? На удивление, да. Да. Нужно ему продолжать сниматься дальше? Можно было. Вот именно когда он старый, да, можно. А вот когда вот он был молодой, ему, наверное, не подошла эта роль. На самом деле, да, вполне достойно я смотрел. Актеры хорошо сыграли. Это, наверное, действительно лучшая роль Шварценеггера. То есть весь фильм он плачет, переживает. То есть это фильм переживания. Конец хорошего фильма. Ну да, можно сказать о том, что сын, ну, герой, который умер, не повторил судьбу. Можно сказать, того Шварценеггера, который в дальнейшем будет жалеть уже не о том, что погибли также его близкие, а о том, что также он лишил жизни человека, которого осталась семья. Хороший, но я не ожидал, что такая концовка будет быстрая и неожиданная, с одной стороны. Я думал, его убьют. Конец обнадеживающий. То есть пошла вот эта цепочка, да? Один убил другого. Ну, просто если бы сделали плохой конец, то вообще было полный мрак. Стоит идти на него в кинотеатр или можем в интернете посмотреть? Нет, я не пожалел. Стоит, стоит. Да, можно сходить. Интересный фильм. Ну, не намного, на один раз можно сходить. Но определенному зрителю, конечно, стоит. Да хотя бы стоит посмотреть его из-за роли Арнольда. Ну, это вообще, это... Да если предыдущий фильм «Мэгги» был, там все-таки какой-то саспенс, ужасы, да, присутствовали. То есть тянул. Здесь чисто драма. Здесь чисто это вот его роль. И, соответственно, Скотта Макнери. Все, вот два актера, которые держат весь фильм.